Привет, друзья, подписчики моего канала, сегодня будет обзор на игры от компании Takara Tomy, aka Bay Battle Burst. Специальная версия с коллаборацией с Toy Pro для Арабских Эмиратов. Вот такой у нас Юген Егдрион. Очень классный. Его характеристики здесь, кстати, не пишут. Но показано, как наклеить наклейки. Показано, что можно комбинировать. Это с первого сезона, поэтому сражаемся мы сегодня с первым сезоном. Вот, стоил он 1400 рублей. Давайте уже откроем и потестируем этого чувака. Это, видите как, то ли Hasbro, то ли Takara Tomy. Короче, там что-то они сами замудрили в Эмиратах, поэтому я не буду разбираться. Мне важен как бы качество самого волчка. То есть о том, кто... Я как бы знаю, что это оригинал, потому что есть штрих-код, куплен он был в брендовом магазине, то есть подделок там не бывает. Вот, давай посмотрим, что у нас, кто у нас тут. Вот. И давай, давай... Кстати, мы сейчас сразу узнаем, если защелок не будет, значит это у нас подделка от Hasbro. Не подделка, а такая вот специальная версия. Если будут защелки, значит, это специальная версия Takara Tomy, которая украла идею Hasbro. Короче, я не хочу даже разбираться, это жуть. Жуть и дичь. Слушай, так они хорошо, конечно, тут запаивают всю историю этого. Оп! Так, куча мусора. Куча мусора. Есть наклейки у нас в комплекте, вот такие прикольненькие. После ролика, я думаю, их наклею. Вот, по пускалке. Пускалка... Да, щелчки вроде есть, а вроде нету, непонятно. Пускалка, ой, какая. Вроде и хорошая по качеству вот эта штука, кстати. Пахнет приятненько. Но вот что-то с ней не то. Очень она гнутая, слишком гнутая. Вот, такие вот пускалки мы в яйцах встречали. Ее использовать не хочу. Но как бы вот она есть, покажу вам. Потому что, ну как, а надо. Диск. Вот такой у него классный. Такого, по-моему, диска такого даже не помню. Нет, тут диск G или 6, или что это? G, наверное. Вот такой драйвер прикольный, похож на ластик. Можно что-нибудь подстирать, стирать свои поражения. И вот такой Юген Егдрион. Стандартный, пластиковый, легенький, красивенький, интересно. Да, защелки есть. То есть это получается у нас что-то. Takara Tomy в коробке от Hasbro делает для Арабских Эмиратов. Ну, типа того. Вот арена. Давай сражаться. Большая пускалка, нормальный, взрослый. Против... А давай первым возьмем Атлас Анубиана. Почему бы и нет? Погнали, чё. Бёрст. Вот он, первый Бейблэйд Бёрст. Маленькие малыши сражаются на ринге, потому что для Чо Зет этой арены уже маловато. А вот для маленьких ребят самое то. Взрывным финишем расправляется с Анубианом Юген Егдрион или Квилл Квэдзи, владелец его Квон Лимон. Супер. Давай дальше. Бист Бегемот. Эти у меня Блейды все от... или от СБ, или от Сан Сити. Они у меня хорошие, а вот Бегемот что-то подвел. Смотри. Погнали. Странно. Опасно. Опасный соперник Бегемот у Егдриона. Играем. Давай до двух очков поиграем. Происходит ускорение от Бист Бегемота. И, скорее всего, он сейчас... хотел сказать, продует, но нет. Смотри-ка, друзья мои, уничтожил он Юген Егдриона. Сам разобрался на один щелчок. Нормально. Но Юген Егдрион нормально. Взорвал, проиграл. Нормально. Нормально. Дальше. Дедсайзер. Дум. Дум. Киллер Дедсайзер. Дарк Думсайзер. Господи, все, запутался. Он, кстати, по качеству... Это что-то не очень хорошего. Выбивание с ринга и взрыв произошел. Произошел взрыв для Югена Егдриана. У меня надо менять мне кресло, потому что неудобное какое-то у меня кресло. Чересчур неудобное кресло. Да, нормально так он разлетается сегодня. Думсайзер. Да что там с креслом? Не пойму я. Сейчас, друзья, one moment, please. Не могу определиться с креслом. Разломал мне фиш-штатив. Все, играем дальше. Юген Егдриан против... Не знаю кого, даже не знаю. Уберу не кризис от компании Sun City. Да, видать, Анубиан слишком был слабый. Потому что Бегемот, Думсайзер разнесли его. Егдриан. А вот смотри, этот уберу не кризис взорвался. В итоге мы сегодня имеем взрыв за взрывом, реально, в каждом мой взрывной финиш. За это я повторюсь еще раз. Мы полюбили Бейблейд всем миром, потому что, ну, это классно. Это очень классная фишка взрыва, это прям супер. Единственное, что собирать напрягает иногда. А так в целом норм. Дальше, Гаянончик. Бейблейд. Так, сражение происходит в центре ринга.
Ну да, со вторым, с Гачи, с Супер Зет нет смысла его сталкивать. И что, взрыва не будет в пятом бою? Взрыва не будет, и Игдрион просто продует. Вот и все. Ну классный, красивый, мне очень понравился. Очень хороший Блейд, мне нравится. Бейблейд. А у него вообще какой тип-то? А у него есть подписанный Юген Егдрион, а Егдрион Ю-2. А Хасбро не подписывают. Тип у него стамина, выносливость. Смотри, проигрывает Гаянон или все-таки нет? Да, Гаянончик слился у нас. Следующий соперник, погнали. Ой, соперник, бой, 1-0, 1-1. Опасное столкновение продемонстрируют нам бойцы. Егдрион нет, все равно сейчас сольет. К сожалению. А, не, Гаян, он проиграл на 1 секунды. Хотя, может, нет, пиши в комментариях. Почти взорвался Егдрион. Дальше, Galaxy Zetron. Тихо стоять. Закрасвет, молодец. В мультике так показаны блейды красиво, но, к сожалению, в реальной жизни такие они маленькие. Но в свое время были хорошие няшные волчки. Претензий к ним, ну, у меня нету лично. Классные блейды. В чем вопрос? Проигрывает Закрасвет 1 очко. Ничего себе, кому проиграл-то? Егдриану, с ума можно сойти. Егдриан прикольный чувак, на скейте там гонял, классный чувак. Я вот не помню, Егдрион входил в команду Ксандра или нет, ну, Код Лимон. По-моему, он был, да, вот в этих мечах. Там был, там был, как его зовут, Токио-Кибуки, владелец Уникреста. Там был Ксандра Шикадера, и там был какой... А, нет, подожди, стой! Точно! Это Юген Егдрион, его владелец такой чувак с иракезом бешеный, точно! А Код Лимон... О, взрывным финишем побеждает Егдрион. Точно, а Код Лимон на скейте, который катался, он владелец этого Квейдзика. Вот, точняк. А я в каком-то ролике ляпнул, что он не его владелец. Ну, короче, вы меня знаете, я лучший. И мне можно допускать ошибки некоторые. Точно. Аж пускатель упал на землю. Раньше в книгах писали не на землю, не на пол, а на землю. Зачем? Без понятия. Берем Одекса. Эх, не получилось. Мне... Да, смотри, взял и разобрал еще Одекса. Ну, это вообще куда годится. Да, где-то я сказал то, что Квэдзик это... и Егдрин это одно и то же. Просто я сказал, что Егдрин это от Хасбро, Квэдзик это от компании Такара Томми. Но по факту нет. Квод Лимон владелец Квэдзика. А Юген Егдрин... У меня, кстати, я первый Юген Егдрин. У меня такого волчка даже не было. Точно. Такой, да, братан, с ракетом был. Точно, вспомнил. Взрывным финишем. Сейчас будет... Камера... Нет, не будет. Нормально, дотянулся я. Взрывным финишем расправляется Одекс. Но мы видим много взрывных финишей, и это меня дико радует. Мне вообще очень радует диск от Blast Genius и вот от Одекса. У них какие классные такие диски, прикольные. Следующий соперник. Это давай Спрайзена потестируем, СБшного. Бейблэйд. Бёрст. В центре ринга. Стамина. А у Шукуриная Блейд Спрайзен, и он баланс. А у нас ничья, друзья мои, образовалась. Ну, классные же были штуки. Маленькие, хорошенькие, красивенькие. Райзен проигрывает Квейдзика. Ну и последний на сегодня бой. Давай какого-нибудь мощного парня возьмем. Давай возьмем... Ксена Скалибур. Поиграем им. Почему бы и нет, да? Бейблейд. Что это такое здесь? Это волосы непонятные. Скалибур проиграл. Хотя они в одной команде. Удивительно. Удивительное, друзья мои... Тихо-тихо. Тихо-тихо, баба, тихо-тихо. Последний бой.
Друзья, вот такое сегодня было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на динь-динь-дон-динь-дон. С вами был Лучший Угомонный Бэддер. Спасибо огромное, что ко мне сегодня пришли, подписались, поставили лайк. Всем удачи, спасибо за просмотр. До свидания. Это прекрасно, заканчиваем данное видео. Пока-пока.